третьем подъезде дома номер 49 по улице Ленина периодически забивается канализационная труба. Последняя авария произошла во время новогодних праздников. Жильцы забили тревогу еще 8 января, но приехавшие на место сотрудники аварийной службы заверили, что для волнения причин нет. Они приехали, нас обманули. Сказали, что воды там нет. Но так как все это продолжалось, бурлило и бурлило у нас, мы вызвали на следующий день. Весь день вызывали, они не приезжали. У соседа у нас случилось такое, что он пришел, а там фекалии в квартире. И вызвали через 5 минут, тогда они приехали и прочистили. Евгений Снурницын, владелец квартиры, которая больше других пострадала от аварии, пока здесь не живет, делает ремонт. Планировал перевести семью в новую квартиру в январе, но теперь новоселье откладывается. Текет из туалета, вот видели вам там мою новую сантехнику. Я не знаю, кто мне будет менять там или что-то с ней делать, но меня это уже не устраивает давно. Это топит уже раз в четвертый, наверное. В прошлом году тоже была авария. Также пострадали жители первого этажа. Обратились в ЖЭК. Им ответили, что ремонтные работы произведены, канализационная система исправна. Но на деле оказалось иначе. Елена Степкина, Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».